Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Как говорится, с приездом! А некоторые не могли дождаться, когда мама распакует плавки и заперлись уже в джакузи. Ой, я не могу. А Мика? Где Мика? Хороший вопрос. Мика, все хорошо? Она просто золото, я вам точно говорю. Вела себя отлично. Добро пожаловать в наш маленький рай на несколько дней. Давайте устроим рум-тур, и я покажу вам, что внутри такой виллы. И я под впечатлением, скажу вам сразу. Мику очень интригует бассейн, но ей купаться, конечно же, нельзя, и мы будем за ней следить. Уже разложили зонт. Здесь столько деталей, которые лично мне по душе, которые я спокойно могла бы забрать в свой дом. Вот здесь какой крутой гриль, мы обязательно что-то приготовим. Томик уже разузнал, где можно купить классное мясо, морепродукты. Так что наши вечера мы будем проводить здесь, за столом. Стол я тоже оценила. И очень приятно было то, что нас также встретили вином и всякими вкусняшками хорватскими. Как я сказала в Инстаграме, в кухне есть все и даже больше. Помимо плиты, огромного холодильника, печки, если нужно что-то испечь. Но знаете, некоторые люди снимают жилье на месяц или на все лето. Я знаю такие семьи. И тогда, кстати, дают неплохую скидку. Здесь есть и блендер, и миксер, если вдруг надо, тостер, чайник, понятное дело, кофемашина, все удобства. Это очень-очень удобно. Огромная раковина, то есть, если, например, готовить на большую семью, на несколько семей, то, конечно же, это огромный плюс. И готовишь, и наслаждаешься видом на виноградники. Пойдем на второй этаж. Мы вот только заехали, но хочу показать вам еще все в первозданном виде, пока мы не разложили наши вещи. Идем устроить рум-тур. Игнат так замерз, моя ты кнопка. Очень красивые картины и вообще много деталей. Прям вот знаете, как я люблю. Здесь мы поселим дедушку. Я потом покажу вам почему. Не знаю, раскладываются ли диваны. Я думаю, что да. В каждой спальне есть свой отдельный санузел. Здесь вот отдельная раковина, туалет и душ. Никто не будет никого задерживать, тормозить и так далее. Комнаты очень просторные, и это спальня наших мальчишек. Я уже поняла, что сейчас же нужно будет убирать все вот эти коврики, потому что Мика начала охоту на баранов. Они из натуральных шкур, поэтому, да, нужно попрятать как можно скорее. И, кстати, видите, здесь также есть кондиционеры, то есть если очень жаркое лето, то включаешь, и ночью можно спокойно спать. Еще один санузел, и здесь, я думаю, на всей вилле поместится где-то 3 семьи. Ну и наша спальня с Томиком, ложе. Я надеюсь, что нам будет хорошо спаться. Я не надеюсь, я в этом уверена. Даже сегодня я спала 3 часа и чувствую себя прекрасно. Здесь вот такой уютный столик, можно посидеть вместе, если вдруг холодно. Да, Истрия довольно коварная, может резко похолодать и быть типа там 17 градусов, но когда июль, то все-таки скорее всего будет тепло, нежели холодно. Две раковины, ванная, можно налить себе сюда пузырьков и релакснуть, но также снаружи есть джакузи, поэтому, ну не знаю, буду ли я сюда окунаться. Как всегда, Томик выбирал апартаменты и места, в которые мы хотели бы поехать. Я потом только говорю, это мне нравится, это нет. И я обалдела, когда увидела этот вид на виноградники. Как в Тоскане. Мне очень нравится Италия. Мы также планировали в этом году Францию. Не знаю, получится или нет. Но здесь не то чтобы не хуже, а просто любимая Хорватия в других красках. Потому что в таких апартаментах мы еще никогда не были. И вот видите, здесь наверняка кто-то живет, висит белье, поэтому предполагаю, что кто-то туда заселился. Вилла, в которой остановились мы, она недавно была отреставрирована. И вот второе ложе, на котором можно тоже вечерком полежать, устроить себе романтик или просто с ребенком почитать книгу. Тут уже у кого какие планы на вечер. Мне очень нравится такой дизайн. Я не знаю, насколько я смогла бы жить в таком интерьере, но в качестве разнообразия для отдыха на несколько дней, чтобы испытать что-то новое на себе и насладиться этой эстетикой,
Я прям балдею, честное слово. Огромная зона отдыха с уютными большими кожаными диванами. Очень много антикварных вещей, которые создают определенную атмосферу, также задают настроение и ощущение уюта. Меня они не угнетают, наоборот, как будто где-то в Италии, во Франции. Эта часть Хорватии, насколько я знаю, раньше и была Италией. И также у этих же людей есть апартаменты в Апатии. Это тот городок, который мы очень любим, и были там много раз. Вот винишко, которое нам оставили отведать с виноградников, которые растут здесь, печатная машинка, фотоаппарат старый. Не знаю, рабочий или нет, но в качестве деталей интерьера очень интересно и эффектно выглядит. Часы, все подобрано со вкусом. Интересно, кто это все оформлял. Это глобус, но я так понимаю, что это типа бар. Не заглядывала туда. И большой телевизор. Телевизоры, по-моему, есть в каждой комнате, но я как-то не обращаю на это внимания, потому что мы все равно телевизор не смотрим. Какие-то колонки, я думаю, что хороший звук здесь. Телефон старенький, штопор для того, чтобы открыть вино, и все для камина вот там запрятано. Можете нас поздравить, мы не успели распаковать вещи. Ой, сори, я в маске. Уже приехали в больницу на скорую помощь зашивать бороду. Игнат грохнулся. Окей, мы зашли не с той стороны. В хорватской больнице мы уже во второй раз, между прочим. Мы приехали на скорую помощь. Сейчас не скажу, в какой город, потому что Тома быстро что-то там по навигатору нашел. Здесь стоят неотложки и впустили только Томика. Мы второй раз уже в хорватской больнице, слава богу, не в этот раз. Надеюсь, что дальше будет только лучше. Первый раз мы ездили подружке доставать эти иголки морского ежика. Это было давным-давно. Моей Анетке. Сори, я выгляжу просто вообще, не знаю даже как, потому что мы спали сегодня 4 часа, мы с дороги только еще не успели разложить чемоданы, потом поехала за какими-то продуктами, привез им, ну, какие-то там напитки. Игнат бежал с ним в джакузи. Я говорю: Игнат, нет, в джакузи нельзя, в таком картонном этом самом. И он поскользнулся и как грохнулся. И вопль, я подбегаю, рассек себе бороду, кровища. Хорошо, что я до этого выпила бокал вина. И как-то, не знаю, наверное, это меня очень расслабило, поэтому в этот раз без паники мы с Томиком тихо, мирно собрались и поехали. Единственное, что мы не взяли документы, у него только есть его польский паспорт, я надеюсь, что этого будет достаточно. Мы приехали в больницу и зашли не с той стороны. И сначала показалось, что, господи, какой кошмар. Вот, но сейчас пришли сюда и спросили, есть ли у нас температура, проверили все. Спросили, откуда мы, когда мы приехали и так далее. И я настолько старалась избегать больниц в это время. И тут, на тебе, поехали отдыхать и сразу же в больницу. Но вроде как никого нет, и очереди также нет, и нет проходного двора, то есть сюда пускают реально по очень острой необходимости. Также в Хорватии мало заболевших, и сейчас у них вообще как бы все хорошо, поэтому я опять же рассчитываю на то, что вот у нас только такое странное начало, и потом сможем реально отдохнуть, потому что мы оба в этом нуждались, и тут приехали, и на тебе еще. Знаете, такой не сильный стресс, но тем не менее нужно ехать в другой город, искать больницу. Блин, еще этот коронавирус грёбаный. У меня один комментарий, хэштег отдых с детьми. Кто здесь супергерой? Игнашкин даже не плакал. Сказал, что ему склеили. Покажись, булочка. Вау, у меня такого никогда не было. Едем домой купаться дальше? Да. Игнашику повезло, зато даже мигалки включили и только что засигналили. Игнат, короче, под впечатлением. Будешь что вспомнить, Игнашка? Мы вернулись домой. Сейчас мальчики пошли выгулять собаку. Все мужчины. Я осталась одна, вот сижу, просто играет музыка снаружи. Очень классно, что она, кстати, выведена. Целый телевизор, можно вообще смотреть в джакузи. Но мы включаем просто музыку. В общем, ну как это случилось, так как у всех. Бежал, упал,
наложили швы, приклеили наклейку. И теперь нам нужно появляться у доктора каждые 2 дня на перевязку и потом еще снимать швы. В общем, влипли мы. И также купаться нельзя. Это самое обидное. Мы, конечно, купили влагоустойчивые пластыри, но первые 2 дня нельзя. Так что мы уже купили жилетку такую надувную, чтобы он не мочил. И Нат уже готов был плавать сразу по приезду. Ну, дети, знаете, как они быстро отходят. Увидимся уже в следующей части влога. Ищем пляж. Томик вчера что-то там уже присмотрел. Едем к морю. Игната вроде не беспокоит его борода. Игнат, все хорошо? Сегодня вообще-то нам на перевязку, но пластырь отпал. Зарка, я не могу на тебя насмотреться с новой прической. Ты у меня как новый ребенок. Красиво тебе так. Улыбка у тебя красивая такая. Томик себе привез сувенир из Вьетнама. Настолько дурацкий, что аж просто смешной и милый. Удобно себе. Ну хорошо. Невозмутимый пес. У меня окуляры. Окуляры у тебя? У меня окуляры. Нормально, Мика? Может, ей реально так лучше? Потому что она так уже полчаса сидит. Она сидит в тенечке. Здесь вроде не так ветрено, скажу вам пару слов. Вдоль пляжа, набережная, есть классная тропинка, еще и практически в тени. Вышли выгулять собаку, ну и сами пройтись. И дошли с Игнашкой до кемпинга. Мы едем в другой, но все равно когда-то я тоже мечтаю снять такой мини-автобус с кухней, с постелью и поехать куда-то. Да я еще такого не видела. По-моему, мы правильно поехали. Ну что, пойдем? Внимание, приготовьтесь. Еще одна мечта сбылась. Как это ароматно! И насколько же это красиво, непередаваемо. Здесь рядом даже есть гамак и двойная качель. Можно приехать, вот так отдохнуть, насладиться видом, послушать природу, а со второй стороны виноградники. И здесь довольно много. И обратите внимание, какого цвета здесь земля. Красная-красная. Боже мой, как кайфово! Мы обязательно вернемся сюда с детьми. С собакой, и здесь вот я сейчас обнаружила, есть несколько качелек, то есть сделано также для людей, можно приезжать и по-настоящему отдыхать глазами и душой. Я не могу поверить своим глазам. Я надеюсь, что камера сможет передать цвет воды. Он прям лазурный. Это фьорд. Один из самых длинных, если не самый длинный, в Хорватии. Какая зелень! Пришла я посмотреть мед лавандовый. А тут наливают раке. 34 градуса. На минуточку, за окном 30. 50? 50. Женщина хорошо наливает, так знаете, только подходишь, на тебе. И немножечко под градусом ты начинаешь покупать разные вещи. Вот это маркетинг. Много всяких вкусностей с трюфелем.
И нас еще угостили сыром. Говорят, что это специальность. Ну, то есть такой деликатес этого региона. Я не помню, чтобы летом было так много цветов здесь. Помимо лаванды и винограда, здесь также везде оливки. А мы с вами идем на смотровую площадку. Облом, я думала, что виден будет канал, а тут на тебе оливки. Тоже красиво, согласна. Расскажу вам, как обстоят дела с границами. Я никого не призываю, не принуждаю никуда ехать, но для тех, кому актуально, я думаю, что будет полезна эта информация, так как мы тоже проверяли все на официальных сайтах определенных стран, а мы ехали, получается, через Чехию, Австрию и Словению. И также по приезду в Хорватию у нас нет карантина, и я надеюсь, что ничего не изменится, и когда мы вернемся домой в Польшу, то мы также не будем сидеть в изоляции. Что касается границы с Чехией, это был первый пункт, на котором нас остановили. У нас только проверили паспорта, нигде у нас не запрашивали никаких справок, ни в отелях, ни на границах. Также у нас не требовали тест на вирус. Просто паспорт для каждого пассажира и для животного, это также актуально. Я ехала со своим украинским паспортом, у меня он, собственно говоря, единственный, и у меня также постоянный вид на жительство. Я говорила, почему я не делаю польское гражданство, это отдельная тема для разговора, пока что я не планирую по определенным обстоятельствам. В общем, это сейчас не столь важно, но ко мне никто не придирался и не было дополнительных вопросов. Между Чехией и Австрией вообще нет никакого контроля, между Австрией и Словенией тоже нет. И следующая граница, получается, была между Словенией и Хорватией. И словенская сторона всегда менее приветливая. Я не знаю, почему они себя так ведут, но сколько мы сюда ездим, каждый раз именно со стороны Словении кто-то очень недоволен, кто-то расспрашивает что-то, ну не знаю, как будто ты им что-то должен, как минимум. Тоже ничего особого не спрашивали, но выражение лица было как всегда. Вот. А в Хорватии нас очень приветливо встретили, и мы спокойно себе приехали на нашу виллу. Вот как-то так. Пришла я, значит, помыться. Дедушка сегодня отпускает нас на свиданку. Что вы знаете о приватности? С моментом появления детей забудьте об этом. И вот тоже мадам прибежала за мной. Сижу, собираюсь. С уходом все очень предсказуемо. Умывание, эссенция от марки Миша. Только в этот раз у меня Супер Аква очень хорошо увлажняет. А здесь у меня в такой баночке, которую можно купить как в Ашане, так и в любом косметическом магазине, крем Medicaid с SPF 30 и витамином С. Многие очень ждали выхода этого средства. Здесь активная форма витамина С, сразу несколько разновидностей. Двухфазная сыворотка на основе масла примулы вечерней. Мне очень хорошо подошло, будет или в каких-то новинках, или даже в фаворитах лета. Здесь у меня гидрофильное масло, только не Клиник, а другое. Удобный формат крема под глаза от Benton. Это бальзам для губ La Roche-Posay. Еще масочка от Eisenberg. После загара я наношу лосьон от CeraVe с церамидами или же гель-алоэ от Эвелайн. Мне нравится, как оба они хорошо восстанавливают кожу. Если где-то подпеклась, то утром все спокойно. Оказалось, что вот этот товарищ для локального применения – это просто бомба по борьбе с прыщами. Если вдруг появляется какой-то недруг, наносишь, и он за 2 дня все хорошо подсушивает и убирает. Я прям в шоке. Сегодня у нас по плану домашний гриль, накупили кучу разных овощей, мясо, рыбу, посмотрим, что там сегодня Томик жарит, а еще кальмары будем пробовать готовить сами. И также у женщины, которая там делала нам такую хорошую рекламу, мы взяли оливковое масло в большом формате, я точно знаю, что я его использую, здесь чеснок, розмарин, лавровый лист и пока что все, что я вижу, и хочу им заправить свой весенне-летний салат, что-то легкое такое к маслу и еще к маслу, что-то легкое такое к мясу, к рыбе, а мальчишкам еще отвариваю рис. И вы знаете, несмотря на то, что как бы мама в отпуске, мне совсем не сложно что-то приготовить с таким видом. Наоборот, стою и любуюсь. Главное не порезать себе пальцы. Шеф-повар, что вы сегодня готовите? Дораду. Птичий. Угу. Дорада. Мы были в Лидле, да? Кальмары. В Лидле мы это купили. Но основную часть мы все-таки взяли из Лидла.
Савапчичи. Это такие типа как котлетки с приправами. Это как турецкий кебаб. Это пришло, наверное, из Боснии. Ага. Вот, и они бывают разные формы. Ну, во всяком случае... Нет, это савапчичи, это плосковица, или как там называется, это с сыром. А, сори, короче, то он все рассказал. Ребро. Ага. И лигня, каламари. И вот еще кабачки. Ждем. Все голодные, очень хотят есть, и сегодня мы кушаем дома. Ну, все готово. Томак еще поджарит хлеб. И все такое супер свежее. Очень-очень вкусное. И чем проще блюдо, тем вкуснее. Я вам точно говорю. Я готовлю много, поэтому я уже знаю, о чем идет речь. Приятного аппетита. Садимся. И потом отправимся еще в одно интересное место. Покажу вам, куда. Спасибо вам большое за просмотр. Пальчик вверх, если видео вам понравилось. Увидимся в следующей части. Там будет еще интереснее, еще красивее, обещаю. Поэтому пока-пока, до встречи совсем скоро.